Ну, они ж трясутся за чистоту гена. Ну да, да, да. И поэтому, да, они же там не люди на самом деле. Так, сбережения и займы. Вот, грубо говоря, то есть за счет, ну, банковской системы. В их случае не за чистоту гена, а за грязность гена. Чем грязнее, да, да, тем лучше. Да, правильно. Да, здесь уже рассмотрим. Да, да. Выселяет из квартиры, то есть он семью, ребенка, ну, то есть, как бы, ребенка же нельзя до 18 лет, как бы, выселять, но вот даже у меня знакомые, близкие, вот их попросили выселиться, когда доллар подскочил, они брали в ипотеку. Вот, и тут показано, что без разницы, кто как, если вы будете заходить взаймы или пользоваться сбережениями, то можете очень много потерять, даже квартиру. Вот и все. Так, тайные хозяева фанов. Ну, давайте не будем обращать на эти карты, потому что здесь один-один. Ну, можно сказать, тролли. То есть, да. Какая-то другая стадия. Да? Хозяева букмекерских контор. Ну, ладно. Коллекционщики, то есть, ну, ладно. О, тули. А кто это такие? А, все, понял. О, это... В фашистской Германии были общества, которое изведывало сверхъестественное. Они в том числе делали экспедицию в Тибет и в Антарктиду. Именно туле. Это аненербы, что ли? Ну да, аненербы это называлось так их. Ну, опять, да, влияние, повлиять они ни на что практически не могут, но смотрим на сопротивление, то есть, ну, очень живучая группа, то есть, и она по чуть-чуть все равно живет, то есть, как бы, что-то знает. И вот, знает. Простите, что тут написано, колдуны Гитлера все еще живы, фактически некоторые из них молодеют. Охренеть, блин. Так, следующее. А вон, смотри, какая у него тень, черта. Какого-то мастера Йоды. Барыга такой чувствует. Пацаны, надо что-то. Такие же, помните, ходили в плащах раньше. Часики там. Это, скорее всего, перебежчик какой-то. Перекупщик какой-то. Да. Да, он, видишь, коллекционные карточные игры. То есть он какие-то секреты кому-то продает. У него... Натяни этот воротник, как у Джокера торчит. Угу. Или как у вампиров эти плащи. Да, да, да. Или уши, как у мастера Йоды. Ну да. Гремлин. Ну, вот он оболочка человека, а внутри сущность вон какого-то непонятного. Троллика. Ну шо, Слав, может, ты что-то хочешь тут сделать в эфире, а мы тебя тут прессуем картами? Нет? Нет, а? Нет, конечно. Наоборот, а. Это... Мне кажется, Слава бы заявил бы об этом. Конечно. То нас критикуют, что мы только говорим о погоде. И ничего, никакого конструктива. Ну, пожалуйста, конструктив. Ну что, дальше идем? Да, дальше, погнали дальше. Я вам чат читаю. Там, всем салам из Ростова. Ну, ребят, ни у кого же нету сомнений, что эти карты, ну, действительно отражают то, что происходит или происходило. Ну да, в общем-то. Ну, не есть, запрещать. Да, как бы основная часть, да, но некоторые нюансы нет. Ну так оно еще просто не сбылось. Ты тоже знаешь, оно писалось без даты действия. И, по-моему, по этим картинкам больше сбылось, чем от всяких Нострадамусов, Ванг и так далее. Нет, а ну... вы обсудили уже Ковчег Завета? Этот ларец золотой. Яйцом? Нет, ковчег такой с палками, ковчег завет. А, и что? Это,
Его же вот год или два назад такой ковчег поставили на Красной площади. Ну, и на нем дверь такая была, и на ней надпись по-английски, не помню как. Звучит, ну, короче, типа, кто правит на этой территории, и как расшифровали, типа, принц Уэльский. Ну, это сын королевы. Ну, это не новость, честно говоря, мы как-то так уже обсуждали этот вопрос по законодательству, пытались как бы в онлайн-режиме все это отследить, то есть по документации, по конституции, и вот практически ничего такого удивительного. Честно говоря, просто читайте законы, и вам будет все понятно, повнимательнее. Так, ну, военный активист, опять проходим. Тут да, понятно. Ну, а про дядьку вот это, как рус лежит под танк, и танк на него едет, это. Да, ну, чё, обязательно рус. Может, он скандинав, он может быть. Ну, ладно. Ну, может, да. А скандинав это не рус, да? Рус. Я имею в виду, что может он проживать где-то какой-то стране, то есть непонятно. Ну, в общем, стиль похож, как вот эти были панки, это, в 60-е, 80-е. Да, да. Хиппи. Хиппи, да. ЛСДшная футболочка, ну да. Косички то заплетали, вот эти рюшечки. Да, на руках там браслетики всякие, на шее тоже веревочка. Веревочка везде. Так. Китай. Теперь читаем. Природные ресурсы Китая дают один дополнительный жетон действия группе, которая контролирует ее. Если эта группа корпоративная. Китай просуществовал 1000 лет и, похоже, будет здесь еще через 1000 лет. Так, ладно. Любая попытка уничтожить его получает штраф минус 20. То есть карта сама по себе говорит уже, что Китай практически в расчете, что он будет постоянен. И никто его уничтожать не собирается. Не в ближайшее, не в дальнейшее время. Они сами себя уничтожат. Китайцы, чинайцы сами себе дают прогноз 20 лет максимум. У них катастрофа экологическая. Они засрали природу. Так будут перелазить через вот эту стену. В чем тебе проблема? Вот не, Китай... Ну да, но в плане территориально Китаю осталось 20 лет. Территориально. Вот Россию, наверное, будут доселять. Ну, я же говорю, вот китайская стена, что им проблема. Так. Коммунизм, ну ладно, так, дальше. Финляндия. Опять у нас значок. Мужчины, женщины в одной бане голышом. Финская баня. Да. Капец, я бы так тяжеловато сидеть с женщиной, то есть какой-то. Все да левые. Нет, с женщиной ну, еще да, ладно, тяжело. Но вот с ноутбуком в бане это уже перебор. А что, ноутбуки по носу, Zytec вообще классный, который можно и сидеть. Ничего, что ноут горит в такой температуре? Не угорит, он как раз влагоустойчивый, температура устойчивая. Но что, чисто логически, что в бане сидеть, это странно. В ней надо париться. Да. Ладно. Бирчфред, кто это такой? Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. О, как классно, да? Это вот, в принципе, основа американской капиталистической этой демократии. Да. И нам это навязывают. О, и сразу после него коммунистский заговор. Плюс 3 к любой попытке контролировать любую коммунистическую группу. Отлично. Или любую марионетку коммунистической группы. Так, международный коммунистический заговор имеет также плюс 4, вместо обычных минус 4. За прямой контроль любой фанатической коммунистической группы. Ну, грубо говоря, коммунистическая группа осталась, но имеет очень слабую... То есть коммунистическая идея осталась, но она пока имеет слабую... Ну, заметь, тут она не как партия, не как общество, а как коммунистический заговор. То есть уже изначально это не здоровое, не нормальное общество. Это идея. Нет, это просто идея. Есть какая-то... Да. Воспринимаем это как идея Карла и Маркса.
То есть ничего да? не будет. Да. Все. Ну сейчас же выкидывают эту информацию про СССР начали активно. Ну а как ее ну, выкидывать? Ну извини меня, СССР, если 2.0, это, ну, а на что они опираться будут? На те же документы? Ну, они уже создали, типа, юридически создают в некоторых городах там какие-то оплоты свои, чтобы, ну, оттуда уже развивать всю эту идею на людей, чтобы они проснулись. Ну, вот как Сол Гудман, если послушать. Тарасов, да? А это, блин, совершенно другая вещь. Существующий, знаешь, тут противоречий куча. Советский Союз существует до сих пор, а мы создаем опять Советский Союз. Так что же вы создаете, если он существует до сих пор? Восстанавливает, как бы, восстанавливает, физически же он существует по документам. Вопрос, а что не восстановить Киевскую Русь? Ну ты сравнил, Кисто? Когда это было, а это 25 ну, лет вот, назад. А Советский Союз-то аналогичный. Никто ничего не восстановит, это бред. Можно только сотворить что-то новое. Восстановить но... никогда ничего не получится. Ну, конечно, никто История не говорит, что обратного старый хода прикол, не имеет. Там много было таких моментов, которые не нужно в новый мир нести. Но как идея люди, то чтобы жили на благо других людей, ну это как бы должно быть такое. Ну, это опять же, да, тут мафия, что то есть она имеет очень хорошую организованность, вот, сопротивление, очень хорошая живучесть и влияние как бы в сфере. То есть как бы социальной сфере. Поэтому, ну, тут обсуждать ничего особо не вижу смысла. Мафия есть мафия. Да. Красный крест. О, гады. Он детей убивает. Не что делает. Не, ну, Красный крест же предназначен, когда в боевых действиях, то есть участвует. Опять же, ты... а, не приезжает. Ну, да. Это понятно, его написано, что Красный Крест имеет такую хорошую репутацию, что любая попытка его уничтожить подвергается штрафу минус 15. Понимаешь? Репутацию. Вот в этом-то и прикол. Не более, не менее. Ну да, Красный Крест это вот, это все равно, что вы мессию пытаетесь. И опять ну, же, за счет этого, да, можно просто переиграть как хочешь. То есть даже если этого и не было, пожалуйста, то есть сделали снимки, кадры и представители Красного Креста сказали да, все, то есть, ну, представляете, две стороны воюют, и одна начинает уже это заявлять. И Красный Крест... И опять же, ну смотри, вот картинка нарисована, да, нарисована мать с ребенком. Тут можно трактовать два смысла. Это медсестра ей помогает, либо наоборот? Нет, помогает, тут вопросов нет, она завязывает. Может, наоборот, она им приносит, ну, боль? Нет. Вон, сделали прививку и перематывает ее там, грубо говоря. Да нет, ну тут мы уже накручиваем. Нет, нет. Ну, ладно. Не надо искать все так уж сложно. Так. Почему я богатый, а ты нет? Борис Березин. А, почему я богат, а ты нет? Да. Why I'm rich and you're not. Да. Ну, и вот схемы, же... схемы, тяжелые схемы. Да, Роберт Киосаки. А схемы, блин, как они просты, как, я не знаю. Вот сколько книг читаешь, голова взрывается. Ну, в 90-х там вот носили, там обменивались все книгами там в интернете. Чем сложнее, запомните, чем сложнее механизм, тем сложнее его настроить, и больше времени у вас на это уйдет. И вы... как бы и больше вероятность, что он сломается, это как автомат. Чем как... сложнее механизм, тем больше вероятность, что это ложное знание. Да. Все гениально, вот... элементарно просто. Да, и смотрите на рисунок у него за спиной. Не, все иногда надо поработать, знаешь ли. Перекручивать сколько угодно может. О, Никита, здравствуй. Так. Ну, тут понятно, то есть дальше. Американские нацисты. Юан? Ну, ЮА. Не, ну там ЮАР. Вообще-то ЮАР — это Южноафриканская республика, а здесь американская. А, американские, ну, может быть. Да, да, южноамериканские. То есть это вот как раз-таки, скорее всего, Трамп.
Он же у нас выступает против мексиканцев, против черных, против вообще всех. Даже у меня он дружбан русский, его сейчас депортируют. Домой поедет в Калининград или где-то. Да? Ну, Королёва. Вот. Так. Ну, ничего не хочу сказать. И, скорее всего, вот эти группы как бы для зачистки нужных мест. А ты заметил, сколько островов на заднем плане? Или это не острова, это наоборот континент? Непонятно. Давайте плюс посмотрим. То есть зеленая это вода или это суша? Ну, кстати, очень похоже на растительность больше. То есть территории, которые имеют, ну, какую-то ценность в плане природы, то есть еще не испорчены, то есть, скорее всего, вот это их сфера влияния, вот там вот они находятся. Карта природных ресурсов. Ну, то есть они используются для охраны именно тех мест, чтобы боялись. Вот, ну, судя, скорее всего, джунгли, там, где еще мало людей проживает, то, скорее всего, они контролируют, где можно еще скрыться от контроля государства и обычных людей, то есть местных. Почему бы и нет? Ну, этот вопрос долго. Ух ты! Техас. А что это у него рога такие? Нефть, корова, на нее какие-то, какая-то антенна на рогах. Ну, как раз таки катушка Тесла. Ну вот видите, Техас в этой карте, ну то есть Техас является в этой игре как стабильная карта. То есть если кто бизнес у кого, то есть в Техасе и земли, то у них, во-первых, есть и газодобывающая система, то есть она, как известно, была в свое время законсервирована, нельзя было добывать. Вот. Так... Ну, заначка, скажем так. И там как бы хорошие пастбища, да. Прости, перебил. В 95-м году, если написаны эти карты, то ты сам подумай, в 95-м Техас вообще ничего не имел. А сейчас, в 2017-м, Техас самый развитый штат из всех штатов. Он может в любой момент отсоединиться только за счет того, что у них есть свой газ, своя нефть. Ну, и стоял же этот вопрос, и пока затих. Да, понятно. Ну, в плане того, что не зря, он показан отдельный штат, отдельной картой и самый стабильный регион. О, тоже, кстати, очень смешной вариант, трехсторонняя комиссия. Да, не видим, не слышим и ничего не говорим, мы тупо присутствуем. То есть либеральные группы, но они, видите, не выполняют основную свою цель. Тут так и написано. Грубо говоря, она очень весома, то есть ее очень хорошо управлять, но по сути она ничего не делает. Только те, которые за ними стоят, они получают свой дивиденд. В любой стране этот работает вариант. Ну да, да. То есть она, то есть ничего нового не изобрели. Видите, как обычно, тот же идет метод. Так. Слышал и не говорю. Ну, видите, цель вот хозяева. Перед этим была одна. Что перед этим? Была карта, где не вижу, не слышу и говорю. Да, 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 да. Да. Американские эти стоят. Вот, мне нравится вот эта карта тоже. Никуда стрелочка не ведет, здесь никакой связки нету. Есть и все. Вот, и она имеет вот этот отдельный цвет, вот, отличается на красном фоне, а здесь вот темно-синий. И может, вот в небоскребе вот видно, человек сидит и управляет этим всем. Ну, без комментариев. Есть и все. Что хочу, то и ворочу. То есть ничто на нее не влияет, никуда она не переходит. И статус тут у нее не указан. Вот. Типа то же самое. Туринская плащаница. Ну, то есть это как бы по легенде, что плащаница, в которой оборачивали Иисуса, и остался как бы след. Так. Та, что в музее... Подделка. Настоящая, да, то есть для ночных ритуалов. Уникальный магический артефакт. Угу.
Ну, если учесть, что они сатанисты, то складывается, ну, для, да, таких ритуалов. Происходит. Конечно. Ну, опять же, видите. Смотрите, у Христа у этого, наверное, на голове. Да, то есть, видите, да, обратите внимание, тоже как бы перевернутые рога сделаны. Так что. Яхва, то есть, как... Да, да. То есть они переворачивают, как бы, возможность свою стихию. Ну ладно. А это какие-то бобры по краям. О. Ну, обратим внимание, что мы начали уже рассматривать самые сильные, как бы, карты, одни из самых сильных в колоде. Целевые они называются, цель. Да, целевые. И вот, видимо, очень интересный момент. Распечатка вот этих всех карт, всех вот этих манускриптов. Яблоко, кстати, заметь, на заднем плане яблоко. В 95-м году Apple еще не было. Нет. Артефакты, вот типа, вот обратите внимание, там непонятный почерк, типа древний язык. Вот, потом новости всякие, которые выкидывают в интернет большие, вот видите, они создают какие-то типа манускрипты, печатают и приводят их в надлежащий вид, чтобы люди воспринимали как старые. То есть, ну, те, что вот копируют это... манускрипты старые, вбрасывают и... подделки и оригиналы куда-то передают. Ну, видите, просто каждую причудливую группу будут... начинают тут присаживать на какую-то тему. Ладно, поехали. Уникальный артефакт какой-то нашли. А, проектор землетрясений. Ого. О, класс. Смотри, специальный механизм, который провоцирует землетрясение. Да, волны посылают. Это устройство может действовать один раз в ход. Оно может увеличить власть любой атаки, но... уничтожение места или любой карты катастрофы на 2. Вот так вот. Гаджет действия. Гаджет. Нормальный гаджет. Ну ладно. Так. И кстати, подожди, а это не было не Биг Бен башня? Сзади, назад верни. Да, нет, там какие-то треугольники. Да. Похоже на какой-то европейский, ну, больше город, похоже. Ну, а может, и у азиатов тоже есть такие храмчики. Современные, ну, больше на европейский. Ну, эти, да, высотки тоже непонятно. Погода. Если оно действует, то как непонятно точечно использовать его, чтобы на определенной территории, только на той местности, где должно землетрясение использовать. Как высчитать, чтобы, например, в Америке они запустили, но именно в Японии бабахнуло. Вот как это сделать? Они не в Америке его запустили, они его запустили в Тихом океане. Так вот, как и управлять пошла этим процессом, чтобы в нужном русле он на какую нужную часть. Вот, это коры. Уже другой момент. Ну, это уже другая тематика, вы что? Мы так не... Но если есть способ сделать само явление, то я думаю, уж с местом вообще проблем нету. Да, и вот видишь, здесь шкала нарисована, и четко видно, сколько баллов. Ну, это волновое оружие, волны. Как у нас, да, же планета на определенной частоте вибрирует. Можно почитать, сколько здесь баллов нарисовано. В плане того, что все землетрясения делаются руками людей, вот это даже на картах иллюминатов. Слон, который под нами, просто нос чешет или пятку, и он начинает содрогаться. Погодный спутник. О, тоже контролируем погоду, пожалуйста. Гаджет. 95-й год, ребята. В 95-м году слово гаджет никто не знал, мне кажется. Спутник нарисован. Весь вокруг солнечных батареек. Ну, учтите, то есть не надо воспринимать это как погодный спутник. То есть тут как бы сам факт управления погодой, все. Ну да. Да, то есть... Это он может представлять себе как спутник, а на самом деле это может все по-другому быть. Ну, он почитает. Ну, а может изменение погоды запускают как-то... Зонд?
спускают. А может в 95-м году, чтобы менять погоду? Может, она изменила погоду. Не, ну да, просто сейчас-то у нас уже технологии другие, не такие, как в 95-м. В 95-м, может, запускали спутники для того, чтобы изменить погоду, а сейчас уже этого не нужно. Ла-23. Цифру 23 мы уже встречали в самом начале. За что? 23 мы уже где-то встречали эту цифру в начале. Ну, это какая-то, ну, больше похоже склад, mm-hmm. заначка. То есть тут ресурс. И где это можно складировать? Где-то в скрытом месте. Вот, ну, обратите внимание, в горах, лиан, ну, то есть это у нас колючая проволока, и все это в кустах, вон сзади на фоне, ну, это где-то в горной местности это все скрывается, то есть не обнаружишь. Mm-hmm. Вот, то есть не в городе. Ну, ладно. Похоже на копье судьбы. Очень сильно. Да. Магический артефакт. А заметьте мелкий значок, который в углу все больше, правда, напоминает глаз вот этого дьявола или там из Сарумана. Угу. Какой значок? А вот, да, вот этот в квадрате. Ну, а, он, да, опять повторяется, да. Тут. Нет, он повторяется, но видно, что это как будто глаз, просто он треугольный. Ну да, как глаз рептилоида. Ну опять, тут опять же говорится, то, что получается... Сила самого как бы магического действия не решающая, то есть, но тем не менее магия пользуется. Она имеет место быть. Короче. Да, вспомогательная. Вот, ковчег завета. Да. Ну, он на Красной площади там стоял несколько дней на ней. И как бы там написано было, чья Москва по сути является. Ну, ладно, тут же как бы самый интересный момент. Ну, ладно, я так и не понял его физических свойств, зачем он нужен. Да, вот. Вообще, зачем он нужен? За счет, ну, это хранение. Просто. Может покупить. Ну, само слово ковчег. Это значит, для чего-то предназначен. То есть что-то хранится, в нем внутри. Что-то в нем хранится. Ну, понятно. А что? То есть, либо очень плохое, то есть, как в этом. И ужасно. Индиана Джонса. Ящик это Пандоры. Это магический артефакт. Соответственно, тут надо просто... То есть, вы хотите сказать, что он же ящик Пандоры. Так нет, любой магический артефакт можно использовать как в плохих, так и в хороших целях. Понимаешь? Ну ладно. То есть у них это... Там же ж так было и написано про это копье. А кольцо Сарумана из «Властелина колец» в каких целях можно было только использовать? Ну, не знаю. Прятаться. Я бы использовал в других целях. А представляешь, вот гопники имеют такое кольцо, такое... Все, не, ну я, конечно, утрирую, что, но тем не менее, даже тоже на мысль на какую-то наводит. Ну хорошо, но возьми, тут же логика нарушена полностью в «Властелине колец», потому что Фродо на постой убегал от них. Он ни разу не пытался с ними сразиться жестко. Он все время от них убегал, от этих рыцарей каких-то тьмы или от кого-то. Но же логики нет. И оно его поглощало. Ну это так он думал. А если бы он принял эту силу и начал бы, ну, как бы впитывать, как вот тот вот бывший владелец кольца. Он же был там непобедимый вообще. Это больше похоже вот, наркотик. Ты употребляешь наркотик и становишься жестким, классным, а потом ломит доза и все. А маятник в другую сторону качается. Для кого сразу ты жестким, классным становишься? Только для себя, для окружающей среды ты жестким, классным отнюдь не становишься. Да, когда такой, ты употребляешь. Я в фламинке. Все, отлично. Это ты так себе думаешь, а люди вокруг, я не думаю, что так думают. И вообще, как с общей точки зрения на весь организм. Не думаю, что тебе печень или легкие скажут спасибо, чувак. Вчера, кстати, парень такой заходил, который все знает.